А сейчас мы в Калинине, в экспериментальном цехе экскаваторного завода. Здесь рождаются новые машины. Но в тот день в цехе стоял не экспериментальный, а серийный гидравлический экскаватор, изготовленный сверхплана к открытию 7-й внеочередной сессии Верховного Совета СССР. Так встретили всенародный праздник калининские экскаваторостроители. На митинге коллектив завода решил выполнить план 10 месяцев на 2 дня раньше срока, выпустить продукции на 550 тысяч рублей. Этими трудовыми подарками рабочие завода голосуют за новую советскую конституцию.